Это у меня любимый завтрак. Такая прям кружка кофе с молоком без сахара. И сочники обожаю. Свеженькие. Покупаю в пекарнях. Это прям мой самый любимый завтрак. Сейчас. Всем приветик. Сегодня решила ответить на комментарий под моим недавним влогом. Девушка спросила, как я поддерживаю себя в форме. Ну, я решила не рассказывать, а просто коротко показать, что у меня есть дома для поддержания себя в хорошей физической форме, что я вообще делаю для этого. И вот все на эту тему. Ну, сначала расскажу немножко. Зайду с самого начала со спортом. Я, так сказать, со спортом, с физическими нагрузками. Я подружилась не так давно, где-то относительно, года 4 назад. Ну, все началось с того, что дочка подросла, я коляску катать перестала. Ну, и, наверное, стала меньше двигаться или что. Ну, плюс после родов, после беременности я и так подправилась, после кесарева. Ну, и все. И вроде пока катала коляску, таскала, тягала. Не замечала ничего у себя лишнего особо. А как коляску катать перестала, как-то в один прекрасный вечер у соседей встала на весы и офигела. Было 57 килограмм, при моем росте 158. А я больше 51 никогда у себя не видела на весах. В общем, я в панике. На следующий день в ближайший фитнес-клуб позвонила, записалась. Ну и начала ходить 3 раза в неделю. На разные тренировки. Поначалу было очень тяжело. Это не передать словами. Я помню до сих пор, как я первый раз пришла и стала на беговую дорожку. Конечно, вообще, когда ты не занимаешься физическими нагрузками, в принципе, никакими, то это очень тяжело первый раз. Короче, ну так вот я втянулась потихоньку. Мне нравилось. Я ходила 3 раза в неделю. Ну, сколько я походила? Началась пандемия. Вот это сидели все по домам. Нельзя было никуда выходить, все уже закрылось. Ничего не работает. У меня такая паника. Как же я без фитнеса? Я только-только начала втягиваться. Ну, что, я продолжала дома тренироваться. И вот тогда я еще не сообразила, я YouTube не смотрела. Я просто вспоминала, что мы делали на тренировках и занималась. Что-то до меня не допетрило, что ну, в YouTube-то все есть. Это сейчас я умная. YouTube включаю, какую хочу тренировку, и занимаюсь. Ну и, в общем, так прошел год, потом опять открыли все. Где-то, не помню, сколько я не ходила, дома занималась. В общем, потом опять открыли. Я опять туда же, в этот маленький клуб походила. Ну и потом перед Новым годом, у нас недалеко, вот где мы раньше жили, большой спортивный фитнес-клуб, один из лучших в городе. Работает 24 на 7. Короче, я взяла туда абонемент на год. И пошло-поехало. 5-6 раз в неделю. Для меня вот это вот, я бежала туда, мне настолько нравилось. Я не в тренажерке, я ходила на групповые тренировки и на беговую дорожку, на эллипс. Ну, вот так вот. Тренировки все. Зумба, латина, памп, кор-стретч, растяжка. Там столько тренировок. Бол или как он, бал с мячом. Там много-много-много-много, не буду сейчас вспоминать название. Что мне нравилось в этом фитнес-клубе, приложение свое. Зебра фитнес, может, кто из Волгограда знает Зебра фитнес. У нас тут такой в Тракторзаводском районе. По-моему, в Москве тоже Зебра есть. В общем, ходила я туда, подсела на тренировки, отводила дочку в садик, приходила быстро, пила кофе, к 9-10 бежала на тренировку, потом прибегала, там, подкрасилась, приводила себя в порядок и шла на работу. Арендовала тогда в парикмахерской. Нет, первое время дома подрабатывала. Потом вернулась в парикмахерскую, где я работала до декрета. Там мне нужно было минут 10 ехать на маршрутке. В общем, собиралась и шла на работу. Сейчас покажу, что у меня... забегаю туда-сюда. И, в общем, ходила я 2 года в этот фитнес-клуб. 5-6 раз в неделю. И сайкл. Кстати, сайкл вот дома у меня есть. Велотренажер. Хорошая вещь, кстати. Все показывает пульс, время тренировки, сколько калорий сожгли, ну и так далее. Там расстояние, ну тут не расстояние, но какие-то свои тут измерения. Я сильно не вникаю. Мне главное пульс, калории и время. В общем, кстати, велотренажер очень хорошо сжигает калории. Ну и все.
Переехали. Я начала искать тут фитнес-клубы, но что-то мне ничего не зашло. Я думаю, буду я тренироваться дома. В общем, докупила себе. Сейчас покажу. Все покупала на Валберисе. Сейчас покажу вам свой инвентарь. Короче, залезла на Валберис и заказала себе гантели разборные и штанга в комплекте. Вот четыре, нет, какие? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дисков в комплекте. А, семь, восемь дисков в комплекте по полтора и по 2 килограмма. Вес можно регулировать по своему усмотрению. И, в общем, гантели эти можно сделать в штангу разборную. Вес тоже можете сами регулировать. Вот смотрите, так вкручивается. Так вкрутили. И сделали из гантель штангу. Не буду сейчас прям полностью показывать. Вот. Здесь тоже вкрутили. В общем, получилась штанга. Здесь вот удобно. Видите, какие прикручиваются фиксаторы. Что шло еще в комплекте? Но я вот не пользуюсь. Здесь вот перчатки и наколенники такие. Я не пользуюсь ни наколенниками, ни перчатками. Вот перчатки без пальцев. Это у кого может мозоли. У меня вроде мозоли ни разу не было, поэтому я не пользуюсь. Но не только мозоли. Бывает, что потеет рука сильно, и штанга скользит. Но здесь вот такое основание, оно не скользящее. Поэтому я как-то не пользуюсь перчатками. Ну, вот такие, такие вот фиксаторы. Покупала что-то тогда, но это было больше года назад, в районе 2000. Сейчас не знаю, сколько стоит. В общем, классный набор, мне нравится. Для дома самое то. Штангу максимально, которую у меня получалось сделать, 15 килограмм. Вот когда памп хочу включить себе, например, потренироваться. Когда ноги тренирую, кто не в курсе, памп — это тренировка со штангой на все группы мышц под музыку. В общем, на ноги делаю 15 килограмм, когда тренировка. Отдельно брала два вот таких диска по 5 килограмм. Тоже на Валбересе. Посмотрю потом. Скриншот скину. Почем, я уже не помню. Вот два диска таких по 5 килограмм. Тоже мне штанга показалась легкой. Я думаю, блин, ну мне вот этих блинов не хватает. Закажу себе еще вот. Чтоб сразу. Как сделал, так сделал. Вот так. И заказывала отдельно еще вот две гантели вот такие. Гляньте, они кажутся, что килограмм по 10. А на самом деле здесь только 5. Но я взвешивала, она больше 5 килограмм. Где-то 5,5 килограмм. Вот одна гантель. В общем, вот это все заказывала на Валберис. Вот это для себя. Типа спортивное питание. Это изолят протеина, белок. Тоже заказываю на Валберисе. Тут с разными вкусами они есть. Очень вкусный такой молочный коктейль получается. Здесь, в общем, в одной порции 25 грамм протеина, 22,5 грамма белка. Это примерно треть моей суточной нормы белка. В общем, попил такой коктейльчик. И треть нормы суточной белка уже употребил. Вот, допустим, если вот в какой-то день я чувствую, что я... Белка мало съела. Ни творог не ела, ни курицу там. Ну, в общем, ничего такого белкового мало. Здесь я навожу вот стакан протеина и пью. Утро у меня начинается с коллагена. Покупаю разный. В последнее время покупала в пакетиках. Я показывала в своих влогах. Я пересыпаю вот в эту баночку. В общем, пакет хватает на 30 дней. Кому интересно, там... Во влоге можно посмотреть, я показывала полезные покупки для работы и для здоровья, или для себя. Вот эта вот ложечка у меня. Вот эта вот ложечка на стакан воды. У меня сейчас с апельсиновым вкусом. Очень вкусно получается. Утро начинается со стакана воды и вот с этой ложкой коллагена. Размешиваю, выпиваю. Очень хорошо для костей, для мышц, для кожи, для общего тонуса организма. Сначала думала, как же я буду тренироваться дома. А потом думаю, знаете что, привыкла. Привыкла. Все базовые упражнения, как что делать. Выпады, приседы, отжимания, я все знаю. Долго ходила в тренажерку. Поэтому с этим проблем нет. Выбираю тренировку. В общем, включаю на YouTube, что хочу. Я уже говорила, что мне нравится очень китайская жиротопка. Вот во влоге. Где?
я написала. А название влога больше не ною, убираю скидки. Я там немножко рассказала про китайскую жаротопку. Ой, заболталась. Ну и, естественно, вот тренажер, велотренажер. Хотелось бы беговую дорожку, но даже поставить ее некуда. Говно покупать не хочется, она нормальная, ни места нет. Ну, и стоит она не так дешево. Так что вот так. Тренировок уйма на ютубе. Уйма. Если вы, конечно, со спортом вообще никогда не дружили, первое время лучше, конечно, походить в зал, чтобы вам показали, как делать базовые упражнения, чтобы не навредить себе, чтобы на пользу шли занятия. А так можно и спину потянуть, и руки, и мышцы, и все на свете. Ну, сейчас хочу немножко потренировать пресс с дополнительным весом. Вот взяла диск на 5 килограмм. Сейчас включу свою любимую тренировку на пресс. Мне нравится. Дикий лось. Вот именно тренировки на пресс мне нравятся с ним. Сейчас включу. Вот. Здесь она 7 минут 35 секунд. 2-3 захода делаю. Делаю музыку погромче и вперед. Так, через лень включаем силу воли и занимаемся. Ну, плюс, конечно, кушать надо меньше, чем тратишь. То есть кушать надо меньше, чем тратишь. Правильно я сказала? В общем, тратить калорий нужно больше, чем потребляешь. Ну и ежедневно не меньше 10 тысяч шагов. У меня фитнес-браслет. Два-три года назад, когда я только начала ходить в спортзал, вот в этот большой, я скачала приложение для подсчета калорий, купила двое весов, вот такие умные весы Xiaomi. Они показывают все: белок, жир, вес, кальций, не кальций, а кости, биологический возраст. В общем, у меня биологический возраст на 18 лет меньше, чем на самом деле. Можете себе представить. В общем, взвешивал 2 месяца. За 2 месяца я, когда вот взвешивала еду, сейчас покажу свои весы. Я купила все, что я ем, записывала в приложение по подсчету калорий.
Первое время даже пекла сама себе там всякие. Я же люблю выпечку. Пекла сама себе там всякие тортики, кексики. Без сахара все высчитывала. Ну, естественно, когда-нибудь это надоест. Где-то 2 года я считала калории. 2 года. Вот где-то полгода назад бросила считать калории, надоело. Держу себя в форме вот с помощью весов. Сейчас покажу, сколько я вешу. Вот на работу взяла себе перекусить. Вот такой контейнер небольшой. Это печенка. Беру в магните готовую печенку. Вот такая. Называется хлеб печеночный. Здесь и состав хороший, прям печенка натуральная. Много белка, мало жира, в общем, мало калорий. Вещь. Хлеб не буду брать, не хочу. Я сочинг на завтрак поела. Поэтому хватит мне вот этих. Сейчас даже взвешу, сколько здесь. Сколько грамм я весы. Положу. Ставлю контейнер. Нажимаю тара. Ноль. И вот эти кусочки. Вот 102 грамма. Глаз алмаз. Где-то 22 грамма белка вот в этой порции. И жира там совсем чуть-чуть. То есть, если бы я положила 100 грамм колбасы себе, у меня было бы раза в 3 больше калорий. А так и наемся, и сытно, и порция маленькая. По поводу питания. Да, я себе все позволяю, но понемногу. Порции у меня, можно сказать, маленькие по сравнению с некоторыми. Вот я бываю, даже смотрю, у некоторых порции такие большие. У меня по сравнению с ними вообще маленькие, малюсенькие порции. Фастфуд я ем редко. Пельмени не помню уже, когда ела последний раз. Колбасу я тоже. Вот просто вот как перестала ее есть, когда считала калории. Я вот как вспомню, что лучше съесть. Куриные грудки кусочки, ну, пускай даже не грудки, курочки кусочек 100 грамм или 100 грамм колбаски. В общем, съедаешь 100 грамм колбаски, и у тебя чуть ли не пол нормы по жиру дневной. А съедаешь курочку, у тебя белка много, жира мало, и можно еще есть и есть. В общем, не буду сейчас никого морочить этой темой. Кому интересно, спрашивайте в комментариях. У меня влог вроде бы как бы больше по ногтям, а не здоровому образу жизни и спорту. Поэтому, если вам интересно, девочки, спрашивайте, буду отвечать в комментариях. Расскажу, какие тренировки мне нравятся и так далее. Всем спасибо, что заглянули на мой канал. Спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Буду рада любой активности и подпискам. Так что всем пока. Ну все, сейчас позанималась, сейчас тут все уберу. Соберусь и пойду на работу. По записи у меня сегодня нет никого. Мне нужно разобрать там, на стерилизацию положить пару комплектов инструментов. И хочу посмотреть, что мне нужно заказать, какие расходники. И накидать в корзину на Валберис. Ну и может кто заглянет по баннеру. Или все-таки, я говорила, у нас на налоги много приходит людей. Посижу. А вось кто зайдет. Или бывает такое, иду на работу, звонок. А можно на маникюр? Либо постоянно клиентка или кто-нибудь новый. Бывает такое, да, иногда бывает. Так что пойду сейчас на работу, приведу себя в порядок. И почапаю пешком, пешком, 5 остановок, 25 минут. Может, кто-то подумает, ой, во всем себе отказывает, ограничивает, да так же невозможно жить. Нет, это не диеты. Я ем все, еще раз повторюсь. И пиво пью. Честно скажу, и венца люблю выпить. Но потом, как бы, все отрабатывается. Я знаю, что через день-два я все это сгоню. Потому что у меня уже образ жизни такой. Много двигаться. То есть двигаться больше, чем кушать. Вот и все. Уже со временем выработался такой образ жизни, что вот мне колбасу вообще не хочется. Пельмени, всякие вот эти вот блинчики мне вообще не хочется. Что там у нас еще? Шаурма иногда хочу, да. Когда хочу, покупаю, ем. Ну, в общем, все такое. Когда с дочкой заходим, например, во вкусные точки, заказываю себе маленький какой-нибудь чикенбургер. Все, позволяю себе. Всего, ну, понемножку. Так что вот так. Рассказала вам сегодня, как держу себя в форме. Сейчас калории не считаю, ничего не взвешиваю. Много хожу, ну, тренируюсь по возможности. Сейчас уже не так, как раньше. Фанатично. Сейчас есть настроение, потренировалась. Хочу, например, сегодня такую-то тренировку. Потренировалась. 20-30 минут. Иногда будет вдохновение. 50 минут тренирую сейчас. Если не дотренировалась, просто я знаю, что я нашагаю пешочком. Поэтому вот так.